начну с того, что мы когда создали ПАТРАМ, институт ПАТРАМ, это все было для того, чтобы передать, я бы сказал, ну, самое такое богатое поступление российское в Америку. У нас, конечно, есть очень хорошие, приличные хоры, но я бы сказал, того, что нас не хватает, это духовности в пении, молитвенности. Вот это как раз мы видели на подворье в Москве, Троицкой церковской лавры, где Володя Горбик, регент. То же самое здесь это видели в Саратове при архиерейском хоре. Ну и у нас была такая идея, значит, собрать американский хор, хор подворья, архиерейский хор здешний, и создать CD, мужской хор, собрать большого размера хор, 40 человек, 41 человек, мужской хор, с тем, чтобы показать, как музыка Чеснокова должна звучать, особенно в Америке, где ее исполняют, я бы сказал, правильно, по нотам, но не в смысле молитвенности. Так что мы надеемся за течение этой недели, в общем, достигнуть этого высокого уровня, с тем, чтобы это был экземпляр, можно сказать, экземпляр такого пения. Третья строчка, последний.